с вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с читерской рубрикой «Прячь и ищи». Всем здорова! Ну и наконец-то, ребята, выходит тот самый долгожданный ролик, который многие просили, многие ждали и наконец-то дождались. Сегодня мы будем друг от друга прятать самые читерские тачки, которые разгоняются до сверхзвуковой скорости. У нас подготовлены читерские внедорожники, драгстеры, а также Формула-1, которые мы сегодня будем прятать на территории огромнейшего завода. Так что, ребята, наша цель только одна – спрятать тачки так, чтобы соперник не отыскал их ровно за 5 минут. Потому что кто за 5 минут находит машину, забирает, прокачивает ее на испытания, и уже сражаемся мы в супербитве. Ну а я хочу сегодня пожелать вам приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. Ну и кто реально ждал читерские тачки, ребята, поставьте лайкосик под видосик, потому что наконец-то свершилось чудо. Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали быстрее прятать наши суперколлекции. Ой, чуваки, чувствую, сегодня будет максимально эпический ролик, потому что такие супертачки нужно замаскировать как можно лучше на территории тем более огромного завода. Мы поделились пошли на две коллекции. У меня сегодня красные машины красного цвета, у него синие машины синего цвета. Вот, смотрите, пятки торчат аж. Короче, давайте дадим сигнал, что рубрика начинается, и вы посмотрите! Это реально самая быстрая тачка. Ладно, Паша поехал на Формуле 1, ребята. Давайте тоже начнем с Формулы. И первым делом будем прятать эту ракету, пушку-гонку. Ну-ка, она разгоняется так же быстро. Вау! Обалдеть, она все таранит на своем пути. Ребята, давайте найдем самое эпическое, самое крутое и самое жесткое место на этой территории. Я думаю, чуваки, для этой машины нужно найти какое-то место среди бочек, потому что она красного цвета как раз очень хорошо сливается. Либо, например, на границе. Аккуратненько. Точно, смотрите, на границе. Она низкая, она идеально поместится в кустах, ребята. Ой, это шедеврально. Только давайте найти кустики побольше, где Паша ее просто не заметит. Вот эти. Идеально. Чуваки, вот тут ее маскируем. Аккуратненько вот так паркуем. Надо сам. Спойлер самый большой у меня. Во! Вот так! Ребята, первая нычка найдена. Прямо в кустах моя тачка будет торчать. И если сбоку смотреть, ее вообще не будет заметно. Ой, шедевр. Ну что ж, погнали за второй нашей тачкой. О, ребята, а я вижу, Паша поехал вторую тачку прятать. Смотрите на него, драгстер выбрал. Ладно, я тоже выберу драгстер. Это читерская машина, тоже по скорости. О, это ж, по идее, самая быстрая тачка. Ну-ка, оп. О, да не такая она уж и быстрая. Формула побыстрее будет. Так, давайте эту машину замаскируем сегодня тоже где-то на границе. Не понял, вот что тут катается. Главное, чтобы иночки не спалил раньше времени. Ребята, я знаю крутое место на границе, которое называется красная бочка. Можно вообще бочку взорвать, запихнуть внутрь машину, и она зареспавнится. Ребята, давайте так и сделаем. Главное только, чтобы у меня получилось это сделать с первого раза. Аккуратно. Взрываем бочку, ребята. Паши нету рядом? Вроде бы нету. Так, давай, 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 давай. Сейчас она бомбанет, и мы внутрь запихнем машину. Это же просто шедевр. Так, аккуратно. Сейчас ее сверху так прицепим, чуваки. Притянем и аккуратненько опустим. Все, если машина зареспавнится, то, только надо в бочку попасть, то будет идеально. Ой, я лучше выйду из машины. Так, ребята, сваливаем отсюда нафиг. Ёкаламане. Мне кажется, тачка поместилась, только немного. Не полностью, ребята. Ладно, сейчас мы отбежим, бочка зареспавнится, и она станет снова целой. Поэтому, в принципе, тактика довольно хорошо работает. Погнали за последним супер внедорожником. И этот внедорожник, ребята, называется Lamborghini Urus. О, да. Он тоже очень читерский по управлению. Посмотрел мои ролики по пряткам, знает это. Ой-ой-ой. Главное, ребята, ща проверить. Кстати, давайте к этой бочке съездим. Она, по идее, зареспавнилась. Смотрите, смотрите. Бочка целая и тачка чуть-чуть торчит. Капец. Ладно, надеюсь, Паша не заметит красное торчащее вот это пятно бампер. Поэтому, ребята, давайте Lamborghini спрячем на границе. Это что такое? А, я думал, что Паша прятать машину решил в воде. О, тут же есть летающая тарелка. Так, 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 ребята, я думаю, вы понимаете, что я задумал. Давайте в летающей тарелке спрячем ламбу. Так, аккуратненько, сейчас можно ее замаскировать либо сверху, но ее тут видно. Блин, вот жалко, у меня тачки красного цвета, они очень ярко выделяются. Или, например, под летающей тарелкой. Это будет намного, мне кажется, эффективнее. Только главное не утопить машину, поэтому аккуратно спускаемся. Будут куда-нибудь катапультируемся и прицепляемся. Ой! Ёлки-палки, это будет ужасно. Так, давайте ее оставим прямо. Блин, я не знаю, как бы так сделать, чтобы ее не было видно. Давайте вот так ее оставим. Во, идеально. Если Паша будет летающую тарелку проверять, то он за камнем ее не проверит. Ну все, погнали встретимся и проверим, кто сегодня отыщет читерскую коллекцию круче и больше. Ну а теперь, ребята, мы подготовили крутые мотоциклы, на которых сегодня попытаемся отыскать как можно круче тачки у соперника. Я себе подготовил фиолетовые байки, у Паши желтые байки. Ну и как всегда, знаете, на таймере ровно 5 минут, чтобы объехать весь завод и найти коллекцию тачек. Ты готов, Паша?
Паша. Я готов, давай. Так, добрат, отчет. 3, 2, 1, погнали. Стартуем. Я видел, внимательно, что Паша сегодня по границе катался и прятался в тачке. Где-то на границе у него замаскированный, в контейнерах, например. А я видел, ты вокруг завода. Чего? Там это катался, объезжал. Вот да, так, да, что ты да, на заводе да, прятал. Да, я видел, следил за мной, конечно. Так, ребята, проверяем кусты, проверяем деревья, проверяем камни. Я знаю, где он прятал сегодня. Возле труб, наверное. Либо на деревьях стопудово. Вот тут не прятал? Ага, так. Конечно, на деревьях. Под землей еще скажи. Да, да, да. У тебя как раз синие машины были. Возле океана он замаскировал. Стопудово. О, лодка плавает. Так, смотрим. Возле океана, ребята. Возле океана где-то на камнях могла быть у него спрятана какая-нибудь тачка. Поэтому проверяем все внимательно. Или... Поезд! Чего? Поезд на поезде! Поезд, говорю. Может, ты на поезде сегодня спрятал, а? Нет, на поезде тебе было слишком жестко. Я тебя уже троллил поездом, поэтому второй раз я так делать не буду. Кстати, проверяй свою внимательность, потому что сегодня я замаскировал настолько жестко тачки, что у меня не аж, ну, как бы, почти невидимые, вот так скажу тебе. Ну, смотри, у тебя красные тачки, да. Значит, они хорошо выделяются. Это значит, красный легко найти, и ты его не замаскировал. А если бы я красные тачки запрятал в каком-нибудь красном контейнере, ты бы не нашел, например, и закрыл его еще. Точно. Так спасибо за подсказку, тогда я буду проверять сегодня давай, все давай. Красное. Правильно. Не-не-не, подсказка была с контейнерами. Я прятал в контейнерах тачки свои, все 30 штуки. А, то есть ты не хочешь, чтобы я проверял сегодня красные штуки все, да? Я не хочу, чтобы ты контейнеры проверял, Паша. Контейнер — это самое трудное место. Именно в контейнерах я замаскировал все тачки. Ну ладно, я сегодня все проверю, не бойся. Давай, давай, проверяй. Я уже все объехал. Так, ребята, по границам завода он не прятал? Значит, он прятал в центре. Стопудово, где-то в центре он замаскировал свои тачки. Ну, ой-ой-ой. Центр я, кстати, проверил, и там ни одной твоей тачки не было. Поэтому я, наверное, буду сейчас смотреть границы. Я ж тебе говорю, контейнеры, Паша. Думай внимательно, я прятал тачки сегодня только в контейнерах. Да, хватит со своими контейнерами, я все контейнеры проверил. Я сейчас сверху все объеду. Погоди, вот там еще есть скалы. Кстати, надо еще вот эту нычку, ребята, проверить. Там он тоже мог маскировать свою машину. Что, не скажу. Какую? Показывай, я еду за тобой. Давай, езжай. Вот тут есть канал. А что это такое? А что это такое? Сзади, Леха, вот там это в красной такой бочке. Какой бочке? Да ты офигел! Ладно, спасибо, ладно. Что привел к своей машине. Давай, попробуй достать ее, Паша. Я ее туда еле запихнул. Так, ребята, проверяем вот это место. Паша мог тоже тут запрятать машину. Тут он мог запрятать ее возле летающей тарелки. Но этого стал он не делать. Блин, жалко. Да, я сегодня не делал этого, банально. Опа! Подожди. Что-то мне подсказывает, что я что-то, кажется, заметил. Вон там синяя. Я надеюсь, не заметил. Паша, заметил. Машину заметил на острове. Ты офигел? Блин. Ты как туда ее запрятал? Погоди. Я перепрыгнул. Это, конечно, хорошо, только один вопрос. Как мне попасть туда? Подожди. Не понял прикола. Так, разгон бьем. Плыви, Лёха, плыви. Сейчас я поплыву. Так, ребята, два, три, мастер-скилл-тестер. Давай, покажи, супер-класс. Оп, давай. Лети. Почти, ребята, почти трюк вышел у меня. Ладно, а я-то думал, что тут лодка вначале была. Ты что, я на лодке переправил, что ли? Да. А, этого я не буду уже говорить. Тем временем осталось, ребята, почти 2 минуты. Я нашел пока только первую тачку. Кстати, этот внедорожник довольно офигенный, потому что он умеет... Подожди, так он умеет плавать же. Он умеет плавать, точно. Так, давай, садись. О, блин, он же это попрыгивает, точно. Да, я тебе и говорю. Так, аккуратненько, ребята. Так, как мне только перебраться? Вот тут есть трамплин, давай, поэтому... Давай, прыгай! Была не была. Берем разгон. Раз, два, три. Погнали! Давай! Я не долетаю! Давай! Вау! Он же реально читерский. Осматриваем! Так, ребята, синяя. Что-то видно сверху синяя. Ну-ка, на крыше видно что-нибудь? Так. Это крутая тактика! Блин, я пролетел чисто весь завод, но ничего не заметил. Ребята, вот в этом и прикол читерских тачках. Они умеют и по воде кататься, и ускоряться жестко. А ты чё, получается, драгстер нашел? Ну знаешь что, драгстер, он неуправляемый. Он хоть и быстрый, но не поворачивает вообще нифига. Так, ребята, нужна другая тактика. Нужно проверять границы. А чтобы проверить границы, я воспользуюсь лайфхаком, который называется «Орлиный глаз», Паша. О, гениально. Ну давай, орлиная попа, я знаю, что буду делать. Я буду сейчас смотреть все границы, потому что ты вот это на заводе что-то это катался. Да, на заводе катался, где бы еще я катался. Так, ребята, забираемся на самую высокую точку, именно отсюда. Отсюда пол завода видно. Все, достаем винтовку. Итак, смотрим, получается, вот тут что-то есть.
Вот тут Паша не нашел тачку, я прям знаю. Опа! Я могу тебе дать одну подсказку. Она, короче, находится в зеленой нычке. Вот такая одна моя машина. Поэтому догадаешься или нет? Так, смотрим, синяя. О, спасибо, Леха. Я краски нашел тут тачку в воде. И вот эту зеленую найду сейчас. Молодец, молодец, хорошо. Так, смотрим, синяя, синяя рёта. Что-то синяя. Что-то может быть синяя где-то у него на крыше, например. Или в закрытых помещениях, например. Опа! Нет, закрытых помещений не было ничего. Опа! Погоди! А! Я! А где мотоцикл? Мотоцикл! Ребята, быстрее! Времени мало! Мотоцикл! Я увидел, где Формула-1 у него! Ребята, быстрее! Вон в той будке спрятано! Погодите-ка! Я, кажется, успею еще вторую тачку найти! Давай! Вообще ты это формула охранника, а не твоя! Формула охранника! Теперь моя формула! Быстрее! Все, катапультировался! Времени, ребята, очень мало! Нет, 3! Давай! 2, 1! Быстрее! Ай! Успел, нет! Я не знаю, засчитывать ее, либо не засчитывать, потому что я чисто на последних секундах успел. Ой, ребята, надо как-то отсюда катапультироваться. Помогите! Выпустите меня! Ладно, у меня получается есть выбор. Я нашел сегодня Формулу 1, это раз тачка, и потом еще внедорожник на острове, это 2 тачка. Так, что бы выбрать? Мне кажется, Формула 1 быстрее чуть-чуть внедорожника, ребята, поэтому я заберу, наверное... Формулу, а ты что берешь? А я возьму ламбор-джамбор, так как вот эта фигня не разгоняется. Ламбор-джамбор. Ладно, ребята, тогда тюнингуем наши тачки, прокачиваем их, делаем еще более быстрыми, ну и переходим к первому испытанию. Ну а вот, ребята, первое наше испытание начинается. Формула-1 я внешне почти никак не прокачивал, но внутри поставил максимальный двигатель, максимальный турбонаддув, самую крутую подвеску. Короче, тачка стала еще более читерной. Ну и проверим, кто из нас займет сегодня первое место в первом испытании, потому что называется она «Гонка без правил». Ну а если бы точнее, гонка вокруг света. Сегодня мы должны проехать вот такую, ребята, трассу. Прямо пол карты проехать. И дальше, кто финиширует на этом же месте, тот и получает первый свой балл. Ну и, чуваки, загадка для вас. Во сколько выходят мои ролики каждый день на канале? Они выходят по одно и то же время. Вот напишите в комментариях, кто из вас самый преданный подписчик. Интересно почитать. Ну а мы начинаем первую нашу битву. Готов, Паша? Да, готов. Тогда обратный отчет. 1, 2, 3, погнали! О, пропускаем! Ребята, я могу не торопиться, я знаю, что формула быстрее внедорожника! Воу! Нифига себе! Ламбор-джамбор-читерская! Уйдет-то! Помогите! Ты! Это ты взлетел? Или кто летит? Да, тебе хана! Нифига себе! Я думал, там Паша улетел, он поток катапультировал! Ты чё такой жесткий? Так, ребята, Давай! Халк зеленый! Сейчас будут трамплины, ребята! Тут ему не поздоровится! 1, 2, 3, погнали! Ой! Лети, кто-то катапультировался! Давай, как бабушка! Где как бабушка? Ой, как дедушка! Как бабушка! Опа, смотрите на него! Пока, Паша! Ой, смотри, пока! Нет, я поехал! У меня формула начала разваливаться, ребята! Это плохо! Она может загореться и задымиться! О, но главное сделать круг! Что? У тебя эта скорость снижается из-за того, что у тебя детали отваливаются! Вот это мне не нравится, чуваки! Так, скорость у меня будет меньше! Нет, у меня еще нос отвалился, капец. Если спойлер отвалится, у меня тачка начнет, ребята, заносить. Это самое главное, сохранить спойлер целым. А я догоняю! Не надо догонять меня! Ой-ой-ой, что? Ты у меня настолько быстро едешь, что аж телепортируешься. Я приторможу тут, ребята, ой-ой-ой. Я тоже приторможу, мало ли что. Ребята, давайте сегодня наберем реально рекордное количество лайков за такие читерские тачки. Читерскую серию вообще. Ой! Боты, уйдите! Паша, ты нормальный? Ты что все взрываешь? Ой-ой-ой. Кувыркаться. Так, давай, машина. Давай, Леха, удачи, не догонишь. Какой удачи? Удачи нужна неудачникам, а я без удачи справлюсь, давай. А так, ты есть неудачник. Чего? Все, давай. Сейчас ты там все фуры взрываешь. Сейчас я лечу. Амаргедон. Или как это? Амаргедон, точно. Ой, я его, ребята, катапультировал кого-то там. Обогнал. Да как ты так делаешь? Не догонишь. Он быстрее меня в 10 раз. Ты реально меня настолько быстро едешь, что телепортируешься. Чуваки, налево. Ты понимаешь, это ламба, это скорость, это супер. Колеса слопну, и ламба твоя не поможет. Ой, давай, до свидания. Объезжаем по правой стороне всех. Ребята, тем не менее, у нас уже 2 минуты идет гонка, это самая долгая трасса. Ой, мне страшно смотреть на чуваки. Ой, сзади ты, смотри, Армагеддон. Как у тебя быстрее меня разгоняется? Я думал, формула самая быстрая в мире. Да потому что ты развалился, ты понимаешь, чего? Точно, у меня детали отваливаются и скорость уменьшается. Капец! Иди сюда, я тебя просто раньше... Нет, он отстанет меня. Ой, не трогай меня, не трогай меня. Ты. Ой, чокнутый! Паша! Опа, на колеса. Я тебя катапультировал. Катапультировал, только на колеса я приземлился.
место, не переживай. Я как кот, аккуратно, налево, направо, обещаю. Как кот? Ну да, коты всегда на четыре лапы приземляются, как и я, на колеса. А я думал, у кота есть колеса, ну ладно. Колеса, какие колеса? Да хватит таранить все на свете. О, это карма, понял? Так, ой, я Халк, зеленый Халк, зал. Конечно, чуваки, осталось по километрам, 3 километра. Давайте проверим, кто одержит победу. Ой-ой-ой, простите, это помогите. Это был я. Ой-ой-ой, ничего не понимаю. Ребята, это слишком большая скорость, там мужик какой-то на дороге сидел. Уйдите! Давай, Паша, Бакетова! Ой-ой-ой, у меня уже колеса кривые, они не поворачивают, чуваки. Я пропукал поворот. Я, что, я обогнал тебя? Я его да, обогнал, ты меня я обогнал. Это пока что, да! Пока что. Ты что там в пробку попал? Давай, 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 кривые колеса. Пробка из бутылки. Да капец, ты что, Халкбастер, Пукастер. Ой-ой-ой, Халкбастер, это раненый. Не тарай. Кажется, кого-то сегодня, ребята, будет победа. Давай, 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 давай. Ребята, 3, 2, 1, где финиш? Финиш. Да! Паша, а ты где? А я тут. Чеканутик. Ребята, это жесть. У него тачка быстрее, но каким-то образом я почему-то приехал первым. Получается, 1-0 у нас счет. Переходим ко второму испытанию. Ну, а вторая битва, ребята, будет еще более интереснее, потому что начинаем мы ее на авианосце, плавающем таком корабле. О, чего? Я боком еду. А, куда я еду? Ребята, кто кого сегодня в толкучке на воде скидывает воду, получает еще 1 балл. Шансы у меня довольно маленькие, потому что у меня низкая формула, но зато она будет действовать как машина-рампа, а у Паши внедорожник. Давай проверим. Большая машина. 2, 1, 2, 3, погнали! Я тебя скину воду, иди давай, сюда, давай! Иди сюда, подотри! Это было опасно, Так, целимся. Иди сюда, где он? Лягух улетел? Перевернул! Ты почти улетел! Кого ты перевернул? Это я тебя перевернул! Оп! Иди сюда! Я как машина рампа, ребята! Давай! Ты как машина пиампа! Оп! Главное сейчас ему просто в бочину ряда протараниться и скинуть! Так, ой, опасно! Рэли-дрил! На тебе! Ой! Давай, резкие маневры! Да мы, кажется, не сами скинемся сейчас! Давай! Таран! Иду на таран! Упади! Добивание, ребята! Сейчас его скинем! Ой, выпендрежник! На тебе! Я думал, я остановлюсь. Ладно, тут у нас каждый получает по 1 баллу. Счет у нас 2-1. Переходим тогда ко второму раунду. Тачки восстановлены, тачки у нас починены, поэтому 3, 2, 1, погнали! Давай! На! Ой! Да! Машина рампа сработала! Ой, у меня нос отвалился. Получается, 3 балл я зарабатываю и переходим к 3-му раунду. Итак, ребята, нос на месте, все в порядке, вправили мне его. Слишком резкая тачка. A few minutes later. Вы ничего не видели, чуваки. Это. Стираю память вам, короче. Ладно, начинаем 3-й раунд. 1, 2, 3. Повторим тактику, Паша. Машина рампа. Иди сюда. Давай. Чуть-чуть бы скинул тебя. На тебе. Это было на краю. Он от моего колеса рёд катапультировался. На. Я оказывается сильный соперник. Давай, я стою на месте. Ага, не попадёшь. Надо его заводить в ловушку, чуваки. В ловушку, на краю, оба! Вот так и вот так, давай, оп! Чего? Ай! Ты куда собрался? Нет, не надо! У меня спойлер отвалился! Это самое слабое место! Давай! Ты меня не скинешь, Паша? Нет! Не сегодня! Я не понимаю, ты телепортируешься у меня! Одновременно! Опять одновременно! Да ёлки-моталки! Ладно, счет у нас становится 4-2 в пользу пока меня, ребята, но мы переходим к финалу и заключению! И вот мы уже врываемся, ребята, на военную базу с 5 звездами, чтобы провести то самое испытание под названием «Последний выживший». Сегодня проверим, кто круче продержится против целой армии танков «Формула-1» или вот это «Ламбар-жамбар». Не понял, ты улетел куда-то, что ли? Ты где, нет, Паша? Это не я тут вот. Это военный улетел! Ты его катапультировал? Ай-яй-яй! Да, я могу всех уничтожить! Ты смотри меня, только не катапультируй! Чуваки, мне кажется, у меня настолько низкая тачка, что я могу даже под танками проезжать сегодня! Ой, это будет классно! Так, танки, ищем танки, ребята, обманем их к Паше! А я такой сильный, как Халк, что я могу откинуть танк! Чего? Ты откини... Я не верю! Так, ребята, ломаем забор! Ой-ой-ой! Давай, где там? А где танки? Танки! Вот они! Ты что сделал? Как? У тебя реально чинистая тачка? Пошел отсюда! Паша! Это незаконно! Я буду жаловаться! Так, в суд на танки подам! А чё ты сильнее танков? Не понял прикола. Я так, потому что Халк зелёный, опасный! Да, это та самая читерская... Ой, я видел, танк приземлился. Читерская серия. Смотри! Ты его уничтожил от взрыва! Капец. Мне кажется, таким образом ни один танк сегодня нас не взорвет, чуваки. А я могу, знаешь, что сделать? Я могу набрать скорость и на ангар запрыгнуть. 1, 2, 3. Ну давай, попробуй!
Нет, нет, скорость я набрал, но высоту не набрал. Ай, ай! Что? Ребята! У меня проблемы. Что такое? Ну, проблемы есть одни. Я тут немного в ловушку попал. Ой, застрял! Я застрял! Паша, помоги мне, потолки. Я тебе помогать не буду, ты горишь помоги, еще. Помоги, подтолки меня, я застрял. Ладно, ой, ой, я выезжаю. Ребята, я призрачный гонщик. Не подъезжай ко мне, пончик. Нет, точно, я к нему еду. Давай, 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 иди, садись. Я тебя взорву, я тебя взорву. Ребята, кто дальше пройдет, что против танка? Танки! Танки, подпочите его! Нет! А чё он меня взорвал? Я и так горел, мне не надо было взрывать. Ладно, получается тут, ребята, одержит победу Паша. Но по баллам счёт у нас 4-3, и у меня баллов больше, поэтому первое место занимаю именно я. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому понравилась читерская серия, поставьте лайк. Ну и в комментариях обязательно напишите, кто знает, во сколько выходят мои ролики каждый день по времени. Ну а с вами был Джайл Плейдин, ссылка на ваш будет в описании. Всем удачи, всем пока, чуваки! Всем пока, народ!